незнакомый дверь звонит вам, говорит, что из соцслужбы, просит вас скорее открыть. Пусть за дверью ожидают. Не стесняйтесь, уточните. Цель визита, чей сотрудник, его должность и ФИО. Потихоньку позвоните в названное учреждение и проверьте, тот ли это человек, что к вам пришел. Если вы на телефон, СМС нашли от банка, лотерею, страховой, с просьбой экстренно связаться, получить огромный выигрыш, миллионы компенсаций, удалите и забудьте. Очевидно, что обман. Очень можно испугаться, если молвить в телефоне, что ваш родственник в больнице, денег нужно слать ему. Помогать, конечно, надо, но неплохо разузнать бы, кто звонит и просит деньги, и на что они ему. Позвоните лучше чаду и в больницу, и знакомым. Разузнайте все да как, может, вовсе ничего. Если кто-то вас торопит, добрый дядя-газовщик, продавец и косметолог, подписать, поставить дату, оплатить его услуги. Не спешите, подождите, не спешите, подождите. В одиночку не ходите, лучше сыну позвоните. Посоветуйтесь!